Примерно в это время по центральному телевидению Азербайджана идет прямая трансляция речи президента Алиева, который заявил о том, что сегодня над Шушой развивается азербайджанский флаг и что город полностью освобожден от оккупанта. Насколько можно понять, этот город более важен для азербайджанцев, чем Ханкинди, административный центр Карабаха. В общем, первая информация о том, что началась операция по освобождению Шуши, прошла еще пару дней назад, когда азербайджанская армия вышла на дорогу Шуша-Лачин-Армения. Рельеф местности там таков, что идти перпендикулярно общему направлению дороги некуда, поскольку впереди горный хребет и его с техникой не пройдешь. Отсюда следует, что дальнейшее движение надо было осуществлять либо по направлению к Лачину, либо по направлению к Шуше. Выбор был очевидным и понятно, что войска Азербайджана развернулись именно в направлении Шуша-Ханкинди, который находится в нескольких километрах от Шуши. И вот рано утром в сети засветилось видео, смотрите по ссылке под этим роликом, снятое армянскими оккупационными войсками. Как его прокомментировали азербайджанские коллеги, место это уже на выезде из Шуши в направлении Ханкинди. И добавили, что ни танка, хорошо заметного на этом видео, ни этих армянских военных уже нет. Вернее, они есть, конечно, только вот уже числятся они по соответствующим графам раздела ⁇ Потери ⁇ ну а вместе с этим есть еще и другие видео, на которых показана массовая эвакуация из Ханкинди. Глядя на эти кадры, возникает эффект дежавю, поскольку точно так же оккупанты выезжали из Шуши. Некоторые источники утверждают, что передовые силы азербайджанской армии уже вошли в Ханкинди, а это значит, что спустя небольшое время мы увидим кадры развивающегося над городом азербайджанского флага. В общем, с этого момента армянским оккупационным войскам уже просто нет смысла уходить на мясо. С потерей центральных районов Карабаха произошел коренной перелом ситуации, а проще говоря, азербайджанская армия вышла в глубокий тыл противника и вся та бетонная армада укрепрайонов, которые армяне строили три десятка лет по периметру оккупированных территорий, отныне утратила всякий смысл. Та война, к которой они так долго готовились, не случилась, и они получили совсем другую войну. Проще говоря, азербайджанским войскам уже нет смысла штурмовать бетонные крепости, врытые армянами в скалы. Они делают то, что Гитлер сделал с французской линией Мажено. Они обошли эти укрепления и уже провалили тылы противника. И в общем это уже является очевидным военным поражением армянской армии. И возвращаясь к речи президента Алиева, обращаю внимание вот на что. Он особо подчеркнул, что нынешние успехи добыты на поле боя, а не за столом переговоров. Три десятка лет бесплодного переливания из пустого в порожнее не освободили азербайджанскую землю. То есть на практике было показано, что лозунг, который у нас размазывает нынешняя власть, «Война на Донбассе не имеет военного решения», опровергнут полностью. Наоборот, пример Азербайджана, Приднестровья, Осетии, Абхазии и других территорий, оккупированных либо самой Москвой, либо ее натютюрниками, не имеет решения в переговорной плоскости и, напротив, Единственный путь решения – изгнание противника или его полное уничтожение на своей земле. Так что другого решения вопроса оккупации части Донбасса и Крыма, кроме военного, нет и быть не может. Единственное условие, которое может решить вопрос не военным путем – развал РФ. Других вариантов нет. И все, кто рассказывает о том, что «только путем переговоров можно решить», смотрим на Карабах. 30 лет переговоров не дали ни освобождения этой земли, ни заморозки военных действий. Результатом была лишь продолжающаяся оккупация и обстрелы. Обстрелы, обстрелы. Эту истину подтверждают как 30 лет переговоров, навязанных Азербайджану, так и 6 лет переговоров, навязанных Украине. Вот такая теория, а как известно, истинность теории подтверждается практикой. Практику мы наблюдаем прямо сейчас.